Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я продолжаю поездку, начатую мной в моем предыдущем видео. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, какую тайну я открыла, случайно посещая придорожную часовню. Это было для меня просто ошеломляющее открытие. Обязательно послушайте эту чудесную историю, а я продолжаю поездку. Я всегда показываю в своих видео вот такие трепетные места культа. В Польше у меня даже есть одно специальное видео, в чем богатство поляков, посмотрите. И показываю вам в этом селе вот такая иконочка Матерь Божьей, оправленная, с крестом, с цветочками, ухоженная. И находится, посмотрите, она на территории какого-то автомагазина с автокосметикой, но никто не трогает, видно, раньше ее поставили, никто не трогает и никому это не мешает. И каждый может подойти, перекреститься, помолиться, посмотреть, почтить. Это очень замечательная традиция, и я всегда их показываю, потому что всегда задерживаюсь в таких местах. Сейчас немножко прогуляюсь по этой улочке. Вот, посмотрите, заметила, что-то здесь видно продают. Посмотрите, вот такой вот какой-то прилавочек. Видно, здесь с огорода просто выносят и продают зелень. Ну, мало что осталось, но, видимо, такая практика тоже есть. Посмотрите, какой хороший тротуар, дорога в обычной деревне. По одной стороне дома, по другой стороне еще свободные участки. И также мне нравится наблюдать в деревнях вот такие старые деревянные дома, которые еще остались с прошлого века. И их уже не так много, но все равно люблю смотреть, как в каких домах жили раньше люди. Сейчас я подойду, может, удастся что-то. Посмотрите, этот дом оказывается еще крытый соломой. Это вообще редко сейчас, но мне сейчас неудобно снимать, потому что солнце. Я попробую перейти на другую. Вот, я перешла на другую сторону, но тоже не очень хорошо видно. Там еще старое помещение какое-то сельскохозяйственное. Вот там видно. Тоже деревянное. Вот так жили раньше в польских деревнях. Посмотрите, яйца. Здесь, в этом доме, продают свойские яйца по 80 грошей за штуку. Видите, можно купить просто все, не заходя в магазин. А здесь иду, потому что вижу, есть какая-то вывеска. И в этом доме, посмотрите, там продавали яйца, здесь продают картошку. Ну, короче, все овощи, посмотрите, найлепшие кишонки без консервантов. То есть квашение, разные соления без консервантов. Капуста, огурцы, вот здесь видите, лук, сливы, груши. Все из собственного сада, огорода можно купить. Помидоры. А здесь я подъехала, есть какое-то здание, около него огромная парковка, вот такая, видите. А в этом здании находится пожарная станция, вот здесь гаражи для машин, которые выезжают тушить пожары, а сбоку находится библиотека. Вот такая библиотека в маленькой деревне. Паркинг, видите, огромный, там еще какое-то есть, какая-то фабрика или какая-то фирма производственная. Машин много, какие-то такие большие склады, ангары, но туда я сегодня не буду заходить, не буду смотреть. Но вся улица и качество дороги производит очень милое впечатление. Дома, может, не роскошные, но все чистенькие и очень ухоженные. Еду дальше по дороге и остановилась вот возле такой детской площадки. Посмотрите, какая современная площадка находится в деревне. Может быть, стоило бы только здесь немножко покосить травку, но для детей это не имеет значения. Посмотрите, песочница, и видно, что дети приходят играть и даже оставляют здесь свои игрушки. Значит, никто не придет, не украдет, не заберет. Люди не боятся. Игрушки есть в наличии. Также есть тренажеры, то есть дети могут играть.
А родители могут заняться тоже спортом и провести приятно и полезно время. Дальше видим вот такая беседочка, то есть можно прийти тут еще и посидеть, если пойдет дождик, есть где укрыться, есть стол, видите, можно прийти с термосом, с печеньем, даже есть тряпочка, если нужно будет протереть, если что-то запылилось, все продумано, то есть чувствуешь себя действительно как у себя дома. Мне это чувство такое очень нравится. Хотя я думаю, что в деревне каждый живет в своем частном доме, и, наверное, на участке есть какие-то песочницы. Ну, наверное, не у всех есть качели, но вот так вот, чтобы не каждый сидел на своем участке, а пришел, синтегрировался. Вот родители могут посидеть, мамочки могут посидеть, пообщаться, позаниматься на тренажерах, дети, огороженная территория. Просто супер. Браво, браво, браво. И все чистенькое, ухоженное, не поцарапанное. Прекрасно. Ну что, друзья мои, надеюсь, что сегодняшняя солнечная осенняя прогулка вам понравилась. Если так, обязательно поддержите меня пальчиком вверх, чтобы у меня больше было силы, мотивации куда-то выезжать и что-то вам показывать. И, как всегда, присылайте свои идеи в видео, комментируйте, пишите, спрашивайте, отвечайте один другому, задавайте вопросы. То есть давайте общаться под видео в комментариях. Всего вам самого-самого хорошего. До новых встреч, новых видео уже совсем-совсем скоро. Пока-пока.